Министерство здравоохранения получило 14 кислородных концентраторов. Как сообщили в республиканском штабе, медоборудование приобрели на свои собственные средства представителям Кыргызстана, работающие в Евразийской экономической комиссии для оказания помощи соотечественникам в борьбе с пандемией COVID-19. Кислородные концентраторы являются критически важными при лечении коронавирусной инфекции, а приобретенные аппараты помогут медицинским работникам спасти жизни тяжелобольных пациентам с диагнозом COVID-19. Аппараты будут распределены между медицинскими учреждениями страны.